Многие в рядах переписчиков уже участвовали в переписи населения, которая проводилась 8 лет назад. Однако есть и новички. Каждый из них наверняка ощущает некую гордость за возлагаемую на него ответственность. Стартует всероссийская перепись населения 2010 года. Это вы, именно вы, будете делать историю России, историю Брянщины. О том, что перепись населения – мероприятие необходимое и масштабное, знает каждый житель страны. Результаты этой акции позволят определить цели развития социальных институтов, улучшить жизнь будущих поколений. Она дает одномоментные результаты на многие вопросы социально-экономического состояния нашего населения. Это прежде всего демографические показатели, которые дают основу и платформу развития бюджетных отношений на 10 лет вперед. Самое главное в работе переписчика – это уверенность и доброжелательность. Положительные настрои, четкое выполнение инструкций позволят найти подход к каждому гражданину. Самое главное – не бояться постучать в дверь, ведь за ней наверняка захотят вписать свое имя в историю страны. Здравствуйте. Всероссийская перепись населения. Я ваш переписчик. Вы мне можете уделить 10-15 минут, чтобы я переписала ваше домохозяйство? Ну, конечно. Вот мое удостоверение, смотрите, пожалуйста, и мой паспорт. Интересует переписчика самая основная информация – количество проживающих, их возраст, пол. Вся процедура заполнения анкеты занимает не более 10 минут. Хотя у многих в процессе работы завязывается интересный диалог. Иногда так важно и просто поговорить, особенно с одинокими людьми. Такая милая девушка пришла, что ни недоверия, ни опаски абсолютно не вызвала. Полное приятие и вообще приятная беседа была. Переписчик Елена, за которой наблюдали мы, освоилась сразу, хотя поначалу немного нервничала. Стеснение, ну, когда люди доброжелательны, то все это сразу проходит и легко общаться. Главное, чтобы в каждом доме переписчика встретили с улыбкой и пониманием, ведь всероссийская перепись населения – дело каждого из нас. Игорь Мерчук, Александр Друсинов. События. Брянск.